Необходимый для комфортной жизни ресурс – вода – пришла в дома жителей села Повадимово. Старые водопроводные трубы за 50 лет эксплуатации пришли в негодность. Благодаря нацпроекту на улицах Рабочая, Новая и Ленина изношенные водопроводные сети заменены полностью. Наша организация в этом году выполнила очень большой объем работы. По селу Повадимово проложили 7 километров труб. Получается, установили 21 емкость, 34 колодца, получается, и 12 гидрантов. Это все для пожарной безопасности. Объект в Повадимово непростой. Специалисты компании СМП «Дубенская» тщательно обследовали перепады местности и глубину залегания коммуникаций. Под трассой трубы проложили методом горизонтального бурения, не повредив магистраль. Правильно проложенный водопровод решает не только жизненно важные проблемы местных жителей, но и обеспечивает пожарную безопасность. Старые эти лопались, эти трубы, а сейчас провели новые, хорошие. Все условия у нас, и вода дома, и машины, и все, и теплая вода. Как в городе живем. Цена вопроса серьезная, но и объем работ большой. К тому же от их качества зависит качество жизни целого села, чистота воды из крана и срок безремонтной эксплуатации труб. От общего водопровода трубы прокладывают в каждый дом для подключения к уже имеющимся коммуникациям. Работают 16 человек, техника, значит, вся своя. Люди наши очень ответственные, так как это наш родной район, наши родные люди. Вот, и мы стараемся выполнять все грамотно, чтобы никто не жаловался, было все замечательно. Там, где еще недавно было поле, сейчас красуется целая улица новых домов. Она названа в честь 70-летия октября. И живут здесь в основном молодые семьи с детьми. Дома тут красивые и современные. СМП «Дубенская» занимается также строительством домов для молодых специалистов по соцнайму, для детей-сирот. На улице 70 лет октября, по улице Юбилейной Сергея Бурнаева. Квалифицированные специалисты строительно-монтажного предприятия «Дубенская» трудятся на совесть, меняя к лучшему условия жизни земляков. Оценить плоды их труда жители Дубенского района уже успели в полной мере. Валентина Брестова, Сергей Соколов. Народные новости. Дубенский район.